Poet приглашает на свой токен сейл. Продажа токенов PoE запланирована на 8 августа. Как сообщает TheBlockchain.com, Poet или Proof of Existence 2.0 является биткоин-блокчейн-протоколом, разработанным как улучшенное решение для индустрии цифровых медиаресурсов. Основная задача для Poet – это создание платформы, которая упростит процесс публикации, лицензирования и аутентификации цифровых активов. Офисы компании Poet находятся в Сингапуре и Соединенных Штатах. Ранее Poet получила $1 миллион на предпродаже токенов от ветеранов медиаиндустрии, институциональных инвесторов и блокчейн-предпринимателей. Сейчас Poet планирует дополнительно собрать $9 миллионов на продаже токена PoE.